друзья, всем привет! Сегодня у нас... Сегодня какое число? 21? 21 августа. В Перми уже осень в разгаре. Посмотрите, как все осыпало листвой. Кругом листва с деревьев. Мы находимся на набережной Камы. Вот такой вот у нас тут домовой. А здесь у нас сделали вот такую вот пропасть с рекой. Вот смотрите. Там ставят сцену, кто-то будет выступать. Ну, мы пойдем вниз, к Каме спустимся. Вот здесь вот такой мост сделан. Пермь. Готовится к 300-летию города. Сегодня, кстати, у нас тепло. Хоть на небе облака, тучки, но солнце светит и тепло. Градусов 23, наверное, есть, 20-23. А вчера целый день лил дождь. Играют уличные музыканты. Полузгляды. Вот в этом реализуется французская культура, где действительно только намеком, только какими-то невербальными средствами передаются ощущения, передаются свои чувства. И тоже намеком, то есть не полностью, а всегда есть тайный секрет, вот этот французский шарм, это французское изящество. Именно вот в этой недосказанности, в этом красоте языка чувств, эмоций, настроения и, конечно же, в этом глубоком уважении личности.
И сейчас мы увидим другой взгляд на благодарность. Это прежде всего итальянский взгляд на благодарность, его солнечностью, радостностью, наполненностью энергией жизни, энергией света, добра и любви. И, конечно же, вот эта красота и любовь, она изливается из итальянского сердца, взмывает ввысь. И также плавно и медленно, как бы обволакивая вас, опускается на землю. И таким образом мы видим, какая арочность существует в культуре Италии. Это и в мелодике, и в архитектуре, во всем. Итак, итальянский взгляд на благодарность, его глубоким эмоциональным переживанием и силой. Черни дианто, мон той пальтук смей, Ринжеле бьяле, вано риджане, мон той кальме, Rivendita le montagne private, un immagino colmi e un bombo c'è pur, e di sieni un piezzo rungere un punito il cuore, quando le mani in via, un giugno il suo minentito, mi besarò. Браво!